Осенью фанаты 35-летней Виктории Лопыревой заподозрили, что она скоро впервые станет матерью. На подобные мысли пользователей сети натолкнули свежие посты в Инстаграме звезды. Она фотографировалась в основном в нарядах свободного кроя и старательно прикрывала область живота. Кроме того, телеведущая не раз сетовала на то, что стала слишком чувствительной. Пока поклонники вовсю поздравляли Викторию с беременностью, сама она не давала никаких комментариев по поводу своего предполагаемого интересного положения. Однако на днях Лопырева дала откровенное интервью изданию «Комсомольская правда», в котором подтвердила, что ждет первенца. «Я вообще не совсем правильная беременная, потому что самый сложный период пришелся на чемпионат мира. Вместо того, чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки. Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял. У меня не было возможности его почувствовать. Никакой специальной подготовки тоже не было. Думала раньше, вот закончится чемпионат, отдохну после 3-летнего марафона, тогда и подумаю о ребенке. Но многое за нас решает Господь», – рассказала Виктория. По словам звезды, афишировать беременность ей совсем не хотелось. «Это ведь такое сокровенное. Сейчас впервые говорю об этом. Почти у всех моих подружек уже есть дети, так что советуюсь с ними, расспрашиваю. Ем почти все то же, что и раньше. А вот спать стало сложнее, уже животик мешает. Спортом, как раньше, не занимаюсь, но много гуляю. Все говорят, что я стала намного спокойнее и мягче». Пол малыша Виктория не сообщила, но призналась, что будет рада и мальчику, и девочке. Также в разговоре с журналистами звезда рассказала о своем возлюбленном. «Он не публичный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — сообщила Лопырева. Виктория также призналась, что о свадьбе они сейчас не думают, так как самое важное для них сейчас — это ребенок.